это принять? Готовы? А? Вы готовы это принять? Удар? А начальник сейчас посмотрел вашу бумагу, написал, он поглядел. Какие проблемы тогда? Так. Ну просто чтобы. Вот это вот мы желаем, чтобы когда приходят люди, они могли получить. Я позвоню сейчас. Звоните, пожалуйста, я звоню, но не дозвонюсь. Пусть кто-то из них подойдет к нам. Вот посмотрите, вот эта книга, может, я рассказываю. Это 300 поэтов России за 300 лет. Какое счастье по определенным делам принимали? У него я там... добавляю, без Евгения Птушенко, мне бы, конечно, не осилил такой материал. И в московской библиотеке, и везде вот они есть проповедники. И по любому вопросу, что эти поэты говорили? Сейчас я возьму почитаю. Ну, это надо вникать, поток, конечно. Сразу так, надо бы послушать, очень интересно, и вникнуть. То, что люди, вот они все, они сколько уже общаются. Кто-нибудь подошел? Нина Александровна, здравствуйте. А вы не будете? Может, она сама бы смогла подойти. Нет. Вот эти четыре книги переизданы. Вот эти. Посланы в подарок Путину, Медведеву и Лиге библиотеки. Вот эти. Сегодня это невозможно издать. Вот только переиздали вот это вот старым изданием. 2000 экземпляров. За 1 миллион завалило издание. Это вообще сегодня ни к чему не поступить. Но мы пошли на это. Господь нас побудил. Это не наша заслуга. Это все Христос нам позволил. Здесь 3467 моих стихотворений, моих личных. 80 из них положены на музыку. Вот оно все здесь. Так что... Ну, мы вникнем, конечно. Это вот отдельное мусульманство. На первый взгляд общение интересное, но надо всегда во все вникнуть, почитать. У меня глава администрации, это был Баварин, еще живой. Опаздываю на работу, говорит, до 3 часов сидел там. Я говорю, и вы верите? Это, говорит, не то слово. Ну вот потому он и погиб. Я, говорит, сам участник этих событий. Участник, он и погиб тоже. Почему таких людей-то убирают? Ну, видите, и всегда было так. У нас ушел. Или ушли. Я им сказал сейчас, они, я вижу, с каким удивлением смотрят. Я говорю, сам политзаключенный, я в 5 тюрьмах отбывал сроки, в лагере смерти. И Бог освободил меня только уже во время перестройки. И теперь видишь, что мы сделали. Взяли землю, новые деревья, где ни пить, ни курить, ни материться. В глаза не видали этого, но так это можно. И мы на практике показали, что это возможно с Богом. Без Бога невозможно. Утро начинается с молитвы. В детском лагере у нас так же. Но дети такие же растут. Они учатся и на коне ездить, и когда их коровы. И все. За ягодами каждый день купаются многократно. Всю неделю готовят концерты. И вот вы этим там и живете, да? Трудитесь? Да. И сами кормитесь, да. Там этим. Главное, что у нас храм построили. И мой брат, на 5 лет моложе, он священник. Угу. И все это снимки. Под каждая книга, видите, она на офсетной что-то какой бумаге. Что-то я слышала про лагерь, вот посмотрели. Ну так, мельком совсем. 64 страницы цветных фотографий. Руководитель. Это же понятно, что на мелованной бумаге. Какая-то цена. Иногда спрашивают, где такие книги издают. В Барнауле не издают, они не могут издать. Мы 7 месяцев уже не получаем ни одной книги. Тоже, наверное, сегодня мы получили. Если вы еще не осознаете, с этими книгами у любой библиотеки, даже государственной, другой статус. Это от земли к небу. Даже вот смотрите, надпись, как идет. Вот, вот это посмотрю. Открытым оком я сделал так, открытым, а вот кавычки оком. Я поднимаю глаза, как бы умышленно, не по-русски выворачиваю глаза. Посмотрите к небу. Это 1,40 м занимает. Сколько, как назвать? Открытым оком или второе название. Вот оно, во свете Библии. Здесь ответ я даю на 4124 вопроса. Вот первый том ответа. Это политика, экономика, социология, семья, работа, будущее, еврейство, мусульманство, старообрядчество, православие. Это абсолютно. А в Шишковке вы с читателями встречались? Кого? В Шишковской барнаульской библиотеке, да, краевой. В Шишковской, вот в данный момент нет, раньше. Раньше было. Ну, а книги там есть, я в 5 университетах только вел занятия. Примерно около 20 школ. Во всех отделах милиции, городской, краевой, это я единственный, кто вел. 17 лет с местным СИЗО сотрудничаю, во всех воинских частях. То есть у меня охват просто невозможно большой идеи. Вот приехал в Москву, мне сразу на радио пришлось выступить. Приехал в Вашингтон, сразу потащили на выступить перед людьми, рассказать, как это. Вот она услышала, директор Кэстонского института из Лондона прилетела. На навозную кучу. И она живет там, профессора психологии, как в течение одного месяца ребенок, наркоман, он совершенно неузнаваемый. Как это могло? Обнимает бабушку, это другой человек. Это невозможно без Бога сделать. Это абсолютно невозможно.
Вот я говорю с Ольгой этой Шукшиной встретились, когда она говорит, какое отношение сейчас, говорят, выходят священники, говорят, совершенно не то. Мой отец коммунист был. Он до конца и умер таким. Но только услышал, о чем я говорю, она говорит, нам нужно объединиться. Это именно то, о чем говорил мой отец. Пробудить совесть у людей. Такую страну, богатейшую в мире, на грань полной катастрофы поставить. Как это так? Это что, с нас Бог не спросит? За такие сокровища и 72-е место в мире занимаем по уровню жизни. Что, это нормально? Почему вы делаете? Потому что это моя земля, мой народ. Ответ один. Посмотрите. Можно взять, почитать. Погромче. Можно взять, почитать. Вы можете, все списать. Я же ей не хозяин. Вот хозяйка. А? Я попросил на руки, это не сюда книга, на руки не давай журналистам, они сразу слетают. Это наша тоже мы дарим, но отдельно от этих книг. Да. Так, он говорит, я не журналист, поэтому мой наказ, помните, если связано с журналистикой, там, книгу назад никто не возвращает. Ему говорят, штраф в 10 раз больше стоимости, это 300 рублей. Он говорит, заплачу, но книга моя. Это единственное. То есть это, ну спроси, что Бунин говорил о приходе революции? Так ладно, чем вам еще помочь? По любой тематике, каждый поэт. Чем им во что информацию какую-то или кто-то другой. Так, если никого больше не будет, мы, значит, попросили вот это вот вам показали, которое приходит читатели в руки. Я успел немного сказать там. Ну, пока мы еще примем, она оформит. Да. Сейчас придет Татьяна Александровна, надо их оформить. Так, тогда переводи, чем еще помочь, просто не слышит ничего. Биск. Биск оттуда немножко подвернем и горно алтарь. Все, координаты ваши есть. Игнатий Игнатьевич, про эти говорили, нет? Спрашивают, чем нам помочь еще? Помочь? Мы просим, когда уезжаем молитвой. У нас, мы ночуем где-то в лесополосах, готовим все, едем дальше. Мы до Москвы проехали южной стороной, через Тулу, и теперь верхней вернулись, до Байкала. У меня полная папка этих благодарностей. Никакого, говорит, нету финансирования в библиотек. Мне все почти библиотеки ответили так. Ну нету, но теперь я стал в тупик. И что? Чаем, может, вас не поедет. Спасибо, Христос, мы уже сегодня поели. Потому что один ответ, это моя земля, мой народ, весь ответ. Ты это не понял? У нас в лагере главный лозунг, Россия должна встать. Второй лозунг, Россия, тире, это вы. И маленькие вот такие вот, Россия, это мы. Это надо смотреть. Вот о нашей жизни сняли фильмы государственные. Один фильм занял первое место в России, второй главный приз на международном киноконкурсе. Предчувствие. И это все на нашем сайте. Далее он у вас где-то лежит, он синий. Да, я его. И вот сайт на каждом здесь. Вот это еще возьмите, пожалуйста. Я уже взял. Взяли, да. Спасибо. А вы, кто приходит, людей нужно привлечь в библиотеке. Возбудить. Если библиотека работает, жизнь сейчас все никогда не закончится. Сейчас мы пока сдавать не будем. Сейчас придет наш редактор, книги обработаем, обштампуем. Коротко сказать и так, информацию дадут в газету, чтобы сначала познакомились, потом уже там кто-то, если желает. Вот это вот зеленый свет мусульман, это полностью Коран, по 40 аятам. И за 1300 лет, что было сказано, все заложено. Как нам прийти к мирной жизни? Конкретно, я работаю с мусульманами и знаю. Спрашивает вот это вот. Один тут чечерец. Вот это вот книга, видите, евреи любят золото. Вот она золотого цвета книга. За 3600 лет, что о них было сказано? И как нам прийти к тому, чтобы что-то нам оставалось в России, а не в Израиль гнали? Как? У нас есть мощнейшее оружие бороться с ними, со всеми. Как? Любовь. Окажи любовь, внимание, покажи жить в мире со Христом превыше всего. И мы на деле фотографиями все это здесь показано. Вот в Mail.ru, если зайдете, Игнатий Лапкин, напишите. Mail.ru. Там 503 ролика, 530 роликов о нас только. 3800 фотографий. Ну тут уже безобманно все. С кем встречались, засняли. Показали. А уже кто принял, не принял, но край муха, он коснулся. Вот это второй том. Это как работать с сектантами. Баптисты, адвентисты, иеговисты. И в моем доме пришли столько сектантов, и они стали православными батюшками. А сегодня, ах, свидетели ходят, секты запретить. Не запретить. Для Путина мы все родные дети. Он не имеет права запретить, они закон не нарушают. Их зарегистрировало краевое отдел юстиции, а церковь подбивает им голову поотворачивает. Это наша смерть, если мы кого-то трогать будем. Вот сейчас в храме Христа Спасителя там забежали эти, знаете, плясали и прочее. Мне звонят там, ну отовсюду, из Испании, там, Израиля. Что делать? Патриарх призвал к стоянию, двоих посадили. А у нее ребенок маленький. Народ на их стороне. Александр Невзоров все там теперь уже. А что надо делать? Я говорю, деньги было собрать немного, купить вот такой замок
и повесить на храм Христа Спасителя. Храм осквернен, будем молиться на улице. Сердце народа сострадающими будет. Весь народ привлекли бы к себе. Нам никого не надо трогать, нам нужно голову наклонить и сказать, во всех бедах виновны мы. Это самая конструктивная программа. Это мы допустили такую беду. А просто виноват он, его долой. Это проходили уже, и Гитлер, и Сталин проходил. Люди не могут понять, что начинать надо работать с самого себя. Как? Ранее мы все встаем всегда в одно время, 4:40. Спокойная молитва, чтение Слова Божия и за работу. 4:40 встаете? 4:40? Всегда. Одинаково. Вот выехали, кажется, представь, и в этой машине жарится целый день. А мне это радостно. Я увидел новые лица, пришел человек, глава администрации небезучастный оказался. Это уже начало покаяния. Мы не можем говорить, люди, давайте жертвуйте деньги, мы не нуждаемся в этом. У нас главное на бензин собрали, мы поехали. Вот я приехал, оставил деньги, я от вас ни рубля не взял, а я рад, что вы такие, что приняли. Я должен себя считать счастливым, что люди приняли от меня. Иоанн Златоуст говорит, Бог мог бы сделать, что вода шевелила бы не песок, а золото. А на ком бы доброту ты показал тогда, когда никто ни в чем не нуждается? И для нашей пользы, вот он ребенок, теперь все силы приложить, чтобы у ней была жизнь, как поется, счастливее матерей. А ее надо сохранить в целомудрии, стыдливости. А у нас сегодня как кинули, все, всю страну разделили в одних трусах женщины хочешь, а нормально? Ты маленько глубже посмотри. Ни одна мусульманка за 1300 лет не вышла в таком одеянии. Они нас многому научат, они не пьянствуют. А давайте изгоним мусульман, евреев. С ума сойти, какие лозунги идут. Как говорится, бей жидов, спасай Россию. Ты можешь по башке, по темечку поколоти, там у тебя жид сидит. И он выйдет оттуда. Да Христос еврей. Богородица еврейка, на кого ты рот-то развиваешь, человек? Кому ты молишься? У нас лишних в государстве никогда не было людей. Сейчас он пишет, газета «Комсомольская правда», у меня статья, если бы большевики не победили в 17 году, нас было бы сегодня 600 миллионов. 450 миллионов. Какой змей Горыныч сожрал? Ну вдумайтесь, вот если об одном ребенке плачем, почему 450 не вызывает слезы? Миллионов. Не то, что я такой-то патриот, но это моя жизнь. Татьяна, книги тебе. В каждой книге здесь примерно 3000 ссылок на Библию. Тоже есть, в каждой книге. Мне Бог дал эти знания, я их изложил. Вот книгу откройте, здесь набор делаю. Вот. Посмотрите. Набор делаю. Набор делаю. Это мой набор верстка, я сам делаю. Мне в 62 года показали, как включать компьютер. Я провел за компьютер больше 30 000 часов за 8 лет. Это все позади. И теперь я это отдаю. Я могу, а чем можно к ней сразу идти? А теперь копировать надо. Спасибо. Просто и понятно. Мой народ, моя страна, другого не будет. Вот по любому вопросу начинает судить, махать руками. Еще судить, когда начинаю работать. Я просто говорю, я 40 лет начальник детского лагеря, его образовал. Ни рубля государству не помогло. А у меня там были и цыгане, и евреи, и русские, и греки. Кого только не было. И баптисты, и адвентисты. А уезжают все православные. А мы никого не заставляем. Они видят жизнь, дети это понимают. Это Новый Завет, полное толкование по святым отцам. Впервые вышло за 2000 лет. Ну, это библиотека, это не библиотека, а типография, чтобы не стрелялись страницы. Посмотрите. Впервые толкование с апокалипсисом вышло. А кто апокалипсис? Посмотрите. Это в моем доме пришел менонит.